Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приготовим пирожное под необычайным названием «Аргентинское». Для этого нам понадобится 200 грамм масла, 250 грамм сахара, 2,5 или 3 стакана муки, молока 5 столовых ложек, соды 1 чайная ложка, грецкие орехи 100 грамм, миндальная крошка для обсыпки, абрикосовый джем, 4 яйца. Сейчас начнем готовить тесто. Хорошенько взбиваем масло с сахарным песком. Пока масло взбивается, нам надо сухие ингредиенты соединить вместе. Для этого нам нужно взять 2,5 или 3 стакана муки. Это приблизительно получается 500-550 грамм муки. Добавить 1 чайную ложку соды и хорошенько перемешать. Сухие ингредиенты наши готовы. Продолжаем взбивать масло с сахаром. После того, как хорошо взбили сливочное масло и сахарный песок, мы должны добавить 4 желтка по отдельности. Каждый отдельно добавляется и взбивается. А белок нам понадобится для безе. Отделяем желтки от белка. Белок ставим в холодильник. Добавляем щепотку соли. Сейчас добавляем желток и хорошо взбиваем. И так 4 раза. Добавляем ванилин. А после ванилина добавим 5 столовых ложек молока. Наше тесто готово. Сейчас добавляем порционно нашу муку. Должно получиться мягкое тесто. Тесто перекладываем на пергамент и раскатываем. Распределяем на пергамент по размеру формы. Тесто готово. Обсыпаем миндальной крошкой. Вы можете мукой. Готовим безе. Доставим из холодильника белки. Хорошенько взбиваем. Добавляем 150 грамм сахара. Добавляем джем. Тонким слоем. Равномерно распределяем. Добавляем грецкие орехи. Наше вкусное аргентинское пирожное готово. Подписывайтесь на мой канал, будет много интересного. Приятного аппетита!